В Таиланде завершился национальный траур по королю Пумипону Адульядету Раме IX. Он ушел из жизни 13 октября прошлого года в возрасте 88 лет. Период всеобщей скорби длился более года, и теперь он окончен. Вновь подняты флаги перед государственными учреждениями, а служащим разрешили сменить строгую черно-белую одежду на обычную. Остальные подданные королевства не были обязаны соблюдать траурный дресс-код, но большинство граждан весь год носили черные одежды в память о монархе. Последний путь его провожали 200 тысяч человек. После кремации прах усопшего помещен на вечное хранение в два древних буддийских храма, а кости покоятся в королевском дворце. Новым монархом Таиланда стал сын прежнего – Рама X.